Доброе утро, пушистая. Решил чуть-чуть найти время поболтать с вами, а то как-то последние несколько дней не баловал прямыми выходами в эфир. Да, привет, кот. Чертовски потрясающая погода, чертовски, да, макасы, да, офигенные. Здорово, шалом. Да, типа того, да, привет. Вот решил вылезти во дворик, немножко с вами потрепаться. Как-то вот в этот прекрасный вечерок. Потому что погода действительно шепчет. И она настолько фантастическая, что скоро-скоро, очевидно. Да подождите вы с Америкой. Да, синяя борода. Америка, Америка. 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 Америка классная, но с нее это будет отдельная история, отдельный выпуск. Классный. Здесь прекрасно, на родине. Просто чертовски. Да, борода нет, очков нет. Жизнь прорывается. Эфир с Пятой Авеню вообще был великолепен, потому что, в принципе, я сейчас ее вспоминаю так иногда, именно по ощущениям, как все выглядит по архитектуре, по запахам. Конечно, подобного нам не повторить. А может быть, и повторить. Но где-нибудь не здесь. Может быть, не в этой жизни. Да, шалом, шалом. Все просто отлично. Кому-то везет. Кому-то прям фантастически везет. Ну, Сайкан с океана, да, был просто прекрасный эфир. Вот, но океан это просто контраст по сравнению, допустим, с тем же самым, ну, либо с Европой, либо с отдыхом там или что. Что это за. Я вам что, бот, что ли? Скажи, не скажи. Получается. Смысл в том, что скоро лафа это закончится, когда день назад я сидел на веранде и, ну ладно, буду говорить своим языком, пил просека, отличные дела. Ко мне подошла хостес и сказала, что слушай, парень, ты вообще чертовски какой-то вообще наглый кот. Ты сидишь здесь в центре, да, на веранде, пьешь просека. Вот, и я тебе очень завидую. Причем это мне говорит хостес именно очень, очень хорошего ресторана. Прям действительно нормально. Ну, просека, я, честно говоря, не помню. Я их особо не пью. Я считаю, что это как бы такой, как это называется, там, расходный материал. Так вот, я и сказал, что, знаете, мадам, нет, точнее, это была мадемуазель, то, что я ради этого, я только-только запрятал кабриолет под землю. Вот это совсем ее прям обрадовало, то, что в ее обычное заведение, такое как бы среднее, приходят вот такие люди, которые могут отказаться от чего? От радости и поездок без крыши. Вот, в целом все как-то очень прям не то чтобы подозрительно хорошо. Да, в общем, что касается концерта Ганзов, есть пару таких достаточно важных моментов. Я считаю, что если Эксел провалялся в коме под тяжелыми наркотиками 20 лет, он совсем не повторит того нереального драйва и кайфа, который он давал нам, прикольным, не прикольным, а простым пацанам с рабочей окраины в каких там, ну, 90-х, когда, я не помню, вышел Use Your Illusion. Вот он носился как сайгак, он орал, пел, подрывался, то есть это было прям реально по-настоящему классно. Вот. А сейчас он стоит как Оззи Осборн, то есть он как бы двигает ногой, двигает рукой, но никогда он там не подскочит и не прыгнет, и ничего. Я думаю, что, положа руку на сердце, парню-то на самом деле далеко за полтос, а когда все начиналось, ему было по двадцатника, поэтому, в общем-то, особо вот это вот смысла там какого какой-то ностальгии или там, я не знаю, там чего-то идти на этот сейшн нет. Майами, дискотека, это вообще, это даже не то, что дискотека, это Ocean Drive, это какой-то наш, как он там называется, там
как он называется, ну, в общем, какой-нибудь там пляж в Сочи, в Лазаревском или что-то, то же самое, ничего нет. Но о чем спич-то? Ну, Майами, Майами. Там, дело-то не в том, что это Майами, не Майами, с чем-нибудь еще, а дело в том, что происходит здесь и сейчас. И именно здесь и сейчас мне реально классно. То есть можно так вот выбраться, посидеть, поболтать с вами, попить вина, поваляться на лавочке и, в общем-то, чувствую себя замечательно. Как, допустим, те тинейджеры счастливые, которые попали в этот прямой эфир. Это такая, как бы, такое вот ощущение о том, что самые вещи лучшие в твоей жизни, они бесплатные. Они бесплатные. То есть нужно уметь этим наслаждаться, только не... наслаждаться и получать от этого удовольствие. То есть дело, да, дело, в общем-то, совсем не в Майами, в Нью-Йорке, не в деньгах, а в ощущении счастья, которое должно быть у тебя обязательно, кот. Может быть, я как-то, в общем-то, говорю об этом спонтанно. Тело, да, тело в Майами, разум здесь. А нет, разум в Нью-Йорке. Или как это, наверное, называется. Вот, и представляете, на самом деле беда в том, что сломался блог, где я пишу длинные тексты. Ну, конечно, вы-то тексты не читаете, вам нужно смотреть видео до картинки. Вот, ой, черт возьми, ну я не знаю, давайте лучше спросим, кто убил Кеннеди. Откуда я знаю, как нам что пережить? Я вам что, телеведущий из какого-нибудь, я не знаю. Да, вот так вот, по поводу блога, да, все сейчас сделано, его да, в самое ближайшее время должны пофиксить. Я просто обязуюсь, честно, пионерское, накатать вам очень много хороших лонгридов, длинных текстов, которые можно почитать на ночь глядя или просто вот так вот посмотреть. Потому что, конечно, не картиночками и инстаграмчиком и перископчиком никогда все не... Не это, не выскажешь. Да, но с лонгридами просто здесь история в том, что должно быть вдохновение. То есть нужно сесть и накатать вам этот лонгрид. То есть нужно, чтобы сложилось много разных факторов. То есть нужно, чтобы было время, нужно, чтобы было место, нужно, чтобы... кто-нибудь делал массаж ноги. Тьфу, нет, не ноги. Ну, неважно, в общем, может быть, никто ничего не делал, да. О, привет, ЕКБ. Что там как? Что с погодой-то? Что вообще творится в ЕКБ? ЕКБ – фантастический город. Здесь уже, конечно, ничего не попишешь. Не, не хочу ничего. Куда покажись? Смотрите телеканал «Большой тест-драйв». Я там ведущий, там много-много видео, и можно его посмотреть, и на ночь глядя, и все такое. Да, массаж простаты не надо. А в ЕКБ я на самом деле пытаюсь вспомнить, был я там или нет. Наверное, нет. Но я бы, в принципе, с удовольствием свалил, посмотрел, как там вообще живет народ. Тем более, говорят, там какой-то Вася сделал новый пляж, там насыпал там 150 тысяч грузовиков с песком. И получается, вообще там, да, сеш фантастиш, зергут. Да, да я... Отстаньте, никакой ноги нет, есть только здесь и сейчас. Клево, и супер, и великолепно. Ох ты где? Мне такие смс-то больше не приводят, не приходят вообще. А ты где? А, вот, пушистая. Короче говоря, это я вам просто маякнул о том, что я здесь, автор ждет, автор с вами. Просто существуют различного рода движения в одну сторону, в другую сторону. Все растягивается, и тем более начинается какой-то высокий сезон в бизнесе, все пытаются что-то подождать, не подождать, да ничего не за место. А, матушка, да, матушка, черт, это прям какая-то получается личная история. Нормально все с матушкой, с котом все нормально, все пережили, и замечательно. А, поэтому...
пушистые. Что хотел вам вас попросить? Ни в коем случае не киснуть, а радоваться. Радоваться, сжечь, махать лапами, и что там я обычно говорю, хвостами, усами, шевелить, и самое главное, валяться, обнимая какую-нибудь очень классную киску. Да, именно так. С вами был Жермес. Радуйтесь жизни, слушайте Guns N' Roses, любите друг друга. Пока.